Сегодня мы делать будем туловище, ножки, возможно, и руки, конечно. Для этого мы вначале, я думаю, сделаем платье и туловище. Платье мы будем делать из нескольких цветов. Черный, желтый, красный и розовый. Вот эти все цвета составляют вот прекрасный цвет, красивый. Сейчас вот дожмем, и вы увидите. Сейчас сделаем платье, конечно. Оно у нас будет оранжевое. Вот примерно какое-то вот такое платьице. Сейчас делаем плечи. Готово. Теперь соединяем с головой. Вот как-то так у нас получилось. Вот мы сделали такие вот колбаски. Это мы так поделили вот такую колбаску пополам. И еще раз вот так вот отпилили. Где-то вот так. Отпилили. И так две руки мы сделали. Лежать они вот у нас. Я просто вам показала, как это сделать. Сейчас сделаем из этих шариков блины. Два блина. И нужно их прилепить вот этим палочком. Тут мы немножко так вот примяли, отрезали. Немножечко приплющили этот кружочек, чтобы было более похоже на ладошку. Вот такого пластилина делаем две колбаски. Вот такие вот. Ну, за прическу мы вот так разрезали пополам ножницами. Вот в толстую часть острым концом вот так втыкаем. Будьте осторожны с пальцами. Вот у нас вот такие вот получились. Сверху должен остаться вот такой вот маленький кусочек. Вот это у нас будут ботиночки. Сейчас будем прицеплять вот эту вот палочку, ножку. Сюда палочка деревянная. Ну, будет выглядеть, как будто у нее штаны. Сейчас будем втыкать в ботиночки ножки. Оп. Как так? Получилось вот так. Пока! До новых встреч! Лайк и подписка!